Сегодня я постараюсь рассказать, как зовут Лавгу по-калмыцки. Калмыцкое имя Лавга заимствовано из тибетского языка, в котором оно звучит как Лагва. В тибетском языке это название планеты Меркурий, которая покровительствует среде как дню недели. Наверное, в старину это имя давалось тем, кто родился в среду. Ну, о том уже сказать сложно, так как сведений этих у меня лично нет. В монгольском языке дни недели называют по-тибетски. Дава – понедельник, мягмар – вторник, фагва – среда, пюрюв – четверг, басан – пятница, бямба – суббота, ням – воскресенье. Эти же дни недели на калмыцкий были частично переведены и звучат так – сарынг, мигмыр, улюмджи, пюрвя, басынг, бембя и нарн. Действительно, тибетское слово «фагва» на калмыцкий переводится как «улюмджи», а поэтому по-калмыцки лавгу будут звать именно «улюмджи». Кстати, в связи с этим будет уместно упомянуть и еще один небезынтересный факт. Люди с фамилией Илюмджинов и Улюмджиев тезки. Илюмджи переводится на русский как «более» или «превосходный». В классическом тудобичик современное калмыцкое слово «илюмджи» будет писаться как «илюмджи». Таким образом, фиксация письменной версии или ранняя фиксация этого слова стала фамилией Илюмджинов, а более поздняя – устная Улюмджиев. А если среди наших зрителей есть фамилии Лавгаев, то и Люмжинов, и Улюмджиев будут ему тезками, так как три этих слова – синонимы. Среди известных имен Лавга, Улюмджи и Илюмджи можно назвать Лавгу Дельдинова, предполагаемого отца Лавра Георгиевича Корнилова, одного из основоположников калмыцкого здравоохранения, врача Улюмджи Душана и предка первого президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова.